Всем привет! Мы вышли с Дани на прогулочку. Иди! Иди, Данька! Что-то неохотно он ходит. Вчера мы нагулялись. Он так прям активный очень был, что, наверное, лапы сегодня болят. Но ему надо много ходить. Ой, я сегодня проснулась где-то в час ночи, может, даже пол первого, от того, что у меня ужасно резал живот и тошнило. На желудок, не живот, а желудок, очень болел желудок. Вот. Даша проснулась утром, ее дико тошнит, тоже говорит, что болит живот. Дань, пойдем гулять, ну что мы стоим? Пойдем. Пойдем сюда, значит, пойдем. Не хочет гулять, понимаете? Вот не хочет гулять и все. Встал и стоит. Говорит, что тошнит сильно. Первый урок там она еле отсидела. Мама сразу такая: о боже мой, чем это я вас накормила? Говорю, да что чем? Ну мы ничего такого не ели, супчики. Сейчас погуляю с Даней. Мне пришло сообщение на Вайбер от Новой Почты, что от Лены пришли посылки, которые она отправляла. Вот, поеду, заберу посылки. Что я еще хочу? Нужно заехать мне к доктору. Там еще в ремонт заехать. Ну, в общем, такое. Не очень хочется ему гулять, но идет. Делает свои дела. Пойдем, пойдем. Давай, 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 прогуливайся. Давай. Разминай свои лапки. Давай, давай. Даня. Данте. Идем гулять. Давай, пошли, пошли. Когда я иду, идет за мной. А когда вот впереди, вообще впереди меня не идет. Идет или рядом, или вот очень чекует сзади. В общем, вышла я уже от доктора, забрала анализы. Ничего хорошего не услышала. Хотелось бы, конечно, лучше, но обобщать это не буду рассказывать. Мне достаточно и комментариев, которые вы мне пишете по поводу собаки. Там начали писать: вот, взяла, будешь ее кормить, как и Джесси, помоями. Отношусь к тем, вот именно к этому комментатору: если ты ешь помои, то не думай, что их едят все. Хотела рассказать, показать, какой корм у него, что он кушает. К примеру, я покупаю ему печенку и говяжью, и куриную. Ну, теперь желание пропало. Сори, договорила. Желание пропало, потому что диванным критикам виднее, лучше знать, что у меня кипит в кастрюле. Поэтому смысл кому-то что-то рассказывать и доказывать я не собираюсь. У нас пошел дождь. Настроение примерно такое же, как и эта погода. Не очень. Ладно. Для тех, кто так интересовался по поводу корма, все-таки, что кушает Данте, вот такой корм у него. Его же покупали и хозяева. То есть плюс... Я отварила для него говяжья печень и почки. Также можно давать ему рыбу, только перемороженную. Можно давать сердца там, ну и так далее. Можно давать говядину, можно... Ну, все то, что вареное. Рыба только мороженая. То есть, получается, на 150 грамм корма, ему примерно дается 150 грамм корма, я даю 50 грамм прикормки. Так что вот такой вам отчет по поводу, какими помоями я кормлю собаку.
Да? Данте. Нравятся тебе мои помои? Какими я тебя кормлю? Малыш. Тихо, Люси, такие. Ну, он очень ласковый. Ну да, только все время вот это он храпит. Храпит все время вот так вот. Ну, то ничего. Да? И все время требует внимания. Ну, вот просто. Все время. Сейчас, если не буду его гладить и не буду трогать, то он начнет меня лапой. Смотрите. Гляньте. Что? Что? Ты прям вылез уже на меня. Ну, мой хороший. Хороший. Видите? Ну, Даня, ой, на живот. Ты нереально тяжелый же. Ты же тяжелый такой. Угу. Да, хрю-хрю. Хрю-хрю. Ты такие халюси. Дашу очень любит. Он очень любит детей. Просто. Безумно любит детей. Да? Данте. Данечка. Ты такой малыш. Хороший, да? Иди, пусть, пусть. Кстати, по поводу стекла. То стекло я поставила. Смотрите. И, по-моему, оно еще лучше, чем то было. И подогрев очень хорошо работает. Ну, в общем, я довольна. Да, у нас снова дождь идет. Кстати, заметьте, хоть на улице грязно и дождь, Умка белый, чистый. И куски. И лапки даже, смотрите, чистые. Покажи, Умка, гляньте. Лапы чистые. Если вот ты там хлюкни меня. А? Да, не смотри. Ну, видите, у нас мокро, вы же видите. Но Умка чистый. Да, Кази, я чистый, красавец. Ну, лапы мокрые, конечно. Но чистые. Культурный. Да, хлопец. Культурный хлопец. Что? Ну, ты сейчас научишь его. Я чуть-чуть. Раздирать игрушки. Треба ему купить игрушку. И одежду. Наверное, надо купить ему костюмчик. Я его, скорее всего, отучу от языка. Потому что как он мне высовывает язык, так я... Да-да, отучишь ты. Я слышала, как он гавкал. Очень громко и страшно. Да? Да. Прям страшно. Чуешь? Да, але ж це треба їхати приміряти костюм, да? Ну так же ж ти. Хоча він їздить дуже любить, тому поїдемо, приміряємо йому костюмчик. О, вже починає, вже розігрався, розходився. Трипявати. Ну ти зараз він розгрізе його, Даш. Учивчи. Дашуль, ты зря учишь его вот так вот, слышишь? Ого, ого, ага. Ого, сильный. Ну, конечно. Він половину твого веса. Хватит, хватит, все. Успокойся. Угу. Захекався. Сейчас твою бабушку стащит. Кстати, Даша набрала 2 килограмма. Теперь ее не 42, а 44. Бабушка откормила. Красивая, правда? Угу. Все улыбается тоже. А ну вот так зарабатывает, так руку там еще. Потому что. Он не улыбается, он недовольный. Это из-за того аниме. Так, подожди. А вот. Это помнишь, я тебе рассказывал мальчики, а Аня? И вот это Дэймион вроде. Это вот тот мальчик, которым она должна была подружиться. Это же с того аниме. Гляньте, ходит за ней по пятам. А? Ну, ты специально. Ам-ам. Куда она идет, туда он. Он тут это ходит. Куда ты идешь, туда и он идет. Глянь.
Смотрите, что у меня есть. Я сюда записала новые записи. Потом. Интересно? Сейчас нет. У меня башка. Я, блин, хотела заехать еще на почту, но не заехала. Не буду жаловаться. Лежит оно. Аппарат для измерения давления. И так все понятно, да? То сейчас начнут писать. Да, Анта, тихо. Да шуль ему. Даш, а если в глаз где-то попадешь? Ну, это такое себе. Давай, неси Надя. Да. Неси Надя. Да ему надо дашь игрушку. Неси, Надя. Он тебе Надя. Несет. Надя. Ну возьми же, он тебе дает. Данте, неси Надя. Надя. Серьезно? Неси, давай. Давай, давай. Ой, молодец. Даже выпрыгнешь, да? Ой, боже мой. А, не даешь? Дай. А мне, да? Ах ты сырун такой. Ты сирун, малый, что это таке было? Молодец. Ну давай уже, ну да, глянь. Вот а знаешь, как я делала так вот? Да, и глянь, Даня, ах ты ж такий. Не, ну это совсем не то, надо поехать в зоомагазин. Он его не проглотит, этот мячик. Там вот тоже вопрос. Это надо как-то... Слушай, Даш, подожди, он какой-то маленький. А вдруг он его проглотит? Смотри. Да я вижу, ему играться хочется. Но у нас ни одной игрушки для собак нету. Ладно, все. Прячем. Он ничего себе нормально спрятала. Кинула за телевизор. Скажи, прячем. Прячем. Спрятала, закинула. Ой, моя голова, а мамочки. Такое, он не проходит? Не, Даш, не надо. Пожалуйста, вообще никаких экспериментов положи. Надо мячик купить, поехать. Надо купить ему сейчас, ну, я даже не знаю, какой костюм ему брать. Брать ему уже прям зимний теплый или какой-то брать дождевик. Или дождевик и теплый, в общем, не знаю. Угу. Это еще с квартиры привезли. Ну дай ему. Ну дай. Да он не разорвет. Так же хочет играться. Ну так же козе хочу играться я. Что это, Даня? Залазит. Да что это? А ну дай, дай, дай. Туда не тяни сильно. Смотри, чтобы он не упал только. Сейчас жопу и диван развалить. Ага. Сильный, да? Да, очень. Если так очень крепко. Ты сильный? Ого. Ого. Да ты сильный. Ого. Ничего себе! Ну все, не трогай. Ну не говори, не забирайте. Видите, он не разгрызает, а так играет просто. Да. Ой, все, захэкался. Немножко более, ну, активной жизни и сразу... Все. Ничего. Но он лентяй, конечно, по утрам ходить. Надо будет помыть, потом его, ну, постирать. Постирай. Не разгрызать. Даня. Даня. Мой дорогой. Даня, не разгрызай, не разгрызай, не надо. Не надо разгрызать. Йо. Кажи, ну дали уже, то что же мне теперь делать? Ну все. Давай сюда, давай сюда, давай сюда. Котик, ай, 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 ай. Пст. Да не буду я. Пст. Пст.
Ну все, заспокойся уже. Заспокойся уже. Угу. У него есть свой кремчик для лапок, вот, например. У него вот здесь складочки ему протираю. Каждый вечер вот это все поднимаю, видите, протираю. Складочки ему, ушко ему чищу. Да, Данька. Понятно, что за такой собакой нужен, ну, особенный уход. Да, хороший. Ну, он такой ласковый. Он даже просто хрючит, но он на самом деле очень ласковый и добрый.